Здорово, рад видеть тебя на моем канале. Я записал для тебя очень крутую карту на фарм опыта, где ты сможешь быстро поднять уровень. Чтобы попасть на карту, заходишь в поиск. В поисковую строку вводишь код 65-66-43-11-28-47, нажимаешь Enter, нажимаешь на вот эту картиночку, выбрать и ставишь частную игру обязательно. После чего нажимаешь кнопочку «Играть», запускаешься на карту, и если у тебя есть желание меня поддержать, заходишь к себе в магазик, нажимаешь внизу кнопочку «Поддержать автора», GUP сюда вводишь и нажимаешь «Поиск». Код фиксируется у тебя в магазике, и с этого момента ты будешь поддерживать меня всеми своими покупками. Спасибо тебе, дружище, большое за такой классный поступок. Когда заспавнился здесь на карте, пробегай под вот этого чувака и здесь внизу нажимай кнопочку скрытую. После этого подойди к вот этому баннеру, нажми на него взаимодействовать. И здесь смотри, значок XP гарантирует, что на карте выдается опыт. Вот здесь на кнопочку настройки острова нажимаешь, меняешь обязательно на частный режим. Это для того, чтобы никто не заходил и не мешал тебе фармить. И нажимаешь выбрать. Ждем, пока загрузится. Подпишись на канал. Здесь, когда заспавнились, бежим вот сюда, на противоположную сторону. И вот между вот этих двух баннеров внизу есть скрытая кнопочка. Надо ее нажать. Нажимаем эту кнопочку. И теперь возвращаемся немножко назад, вот к этому верстаку. Справа от верстака делаем эмоцию. И справа от вот этого плакатика с курицей находим кнопочку Secret Location. Попадаем в секретную локацию, берем здесь граплер и ждем, пока закончится вот этот таймер. Пока он идет, вон там ссылочка на мой Discord канал, залетай в Discord, присоединяйся к комьюнити. Есть еще всплывающая ссылочка, по которой ты можешь сразу туда перейти. Не забудь подписаться на канал. Теперь, когда закончился таймер, нажимаем на вот эту кнопочку под ним. И запускается АФК опыт, плюс снимается невидимый барьер. Пробегаем налево, на улице у нас стоит возле домика фонарик, нажимаем на него кнопку и запускается бустик к опыту. Идем теперь направо, запрыгиваем вот сюда на крышу и внизу в уголочке находим еще одну кнопку. Нажимаем. Теперь идем к центральному зданию, нам нужно вот здесь на крышу слева запрыгнуть и вот тут нажать кнопочку. Есть. Идем теперь в этот домик, в левый, только внутрь зайдем в него. Забегаем, поднимаемся на второй этаж и пробегаем в конец. Нажимаем здесь на окне кнопку. Смотри, сначала начинал начисляться желтый опыт, сейчас идет синий опыт. Синий опыт — это ограничение. К сожалению, Fortnite в этом сезоне очень сильно ограничил получение опыта. Вот, но тем не менее, в любом случае, посмотри, как круто насыпает уже сейчас. Давай теперь заходим в этот правый домик. И здесь на бочке нажимаем кнопочку еще одну. Теперь идем в центральный дом, внутрь тоже. Видел, сначала мы снаружи прошлись по трем кнопочкам, теперь по трем кнопочкам внутри пройдемся. Поднимаемся здесь наверх, потом еще раз поднимаемся наверх. И на картине, на вот этой, нажимаем следующую кнопку. Есть контакт. Супер. Теперь нам с тобой нужно подойти к левой части этого дома, к левому углу. И на нем нажать кнопочку. Потом дальше на том углу и на том углу. На всех углах обязательно надо прожать кнопки, чтобы попасть в следующую локацию. Просто пушка-бомба. Посмотри, уже 83 косарика, просто прожав 6 кнопочек. 6 и тут еще 4, да? Брожали. Все, запрыгиваем на дом, в конец пробегаем. Здесь нажимаем XP бонус и попадаем в дополнительную локацию с небольшим таймером. Ждем этот таймер. И теперь пробегаем к вот этим стоечкам, прожимаем на них кнопки по очереди. Попадаем вот в такую локацию, где включается 3-минутный таймер наверху на экранчике, вы его видите, и бустик к опыту. Каждые 3 минуты дополнительный буст будет включаться и насыпать еще дополнительно опыта. Здесь можно летать, пока не надоест, пока не исчерпаете лимит или пока не перестанет вам хорошо насыпать. Вот, каждый решаете для себя сами, сколько вы полетаете. Вот, я полетаю сейчас буквально, наверное, 2 таймера, 6 минуточек, чтобы успеть еще записать вам видосик. Все, давайте засеку сейчас время. Погнали.
Ну все, смотри, мои 6 минут подошли к концу. Я уже залутал 157 тысяч на этой карте. Карта просто круто насыпает. Если тебе понравилось видео, если ты классно залутал на этой карте и тебе она понравилась, обязательно поставь лайкосик, напиши в комментариях, сколько залутал, и не забудь подписаться на канал. Хорошего тебе дня. Пока.